В Ульяновске официально стартовали две избирательные кампании – выборы губернатора и депутатов Госдумы России. Основные задачи для избиркома – обеспечить законность процедур, создать открытость и прозрачность голосования, а также организовать профподготовку для членов участковых избирательных комиссий. В выборах губернатора могут участвовать только кандидаты от политических партий. Документы в комиссию претендентам необходимо представить не позднее 8 июля. Не позднее 18 июля документы на регистрацию кандидата. На выборы кандидата в Госдуму этот срок заканчивается 4 августа. Выдвижение кандидатов на выборах в Государственную Думу начинается, как вы знаете, с проведения съездов политических партий. Поэтому, конечно, ожидается, что в ближайшее время эти съезды пройдут. Какие партии будут выдвигаться, мы сказать пока не можем. Самовыдвиженцы либо кандидаты от партии, не освобожденных от сбора подписей, должны собрать не менее 3% подписей от числа зарегистрированных избирателей на территории соответствующего избирательного округа. Агитационный период для всех кандидатов начнется с момента подачи документов в комиссию. Для СМИ за 28 дней до дня голосования. Выборы состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года наравне с выборами депутатов Госдумы Российской Федерации 8-го созыва. Решение по количеству дней голосования будет принято в ближайшее время.